55-летняя знаменитость решила связать свою жизнь с давним другом-композитором, который любил ее много лет. Певица Азиза не скрывает, что поклонники у нее не переводились никогда. Одинокой артистка не была, однако официально выходить замуж не хотела, отвечая отказом на предложение ухажеров. Ранее поклонники считали, что у Азизы есть муж, предприниматель Александр Брадолин. Но, как выяснилось, пара рассталась после 9 лет отношений, когда певица, которая не может иметь собственных детей, предложила усыновить ребенка. Исполнительница искала действительно подходящего ей мужчину, и наконец ей это удалось. В 55 лет звезда готовится вступить в брак со своим давним и близким другом, композитором Олегом Бескровным. Со своим избранником Азиза познакомилась 3 десятилетия назад. Тогда музыкант подарил ей одну из его композиций. Олег ухаживал за певицей и давно мечтал жениться на ней. Долгое время мужчина путешествовал с ней в любые страны, куда бы она ни отправилась. Предложение руки и сердца Азиза получила под Новый год в Ялте. Конечно, она знала, что композитор в нее влюблен. Я не поняла, как реагировать. Я не удивилась. И я сказала «да», рассказала знаменитость в новом выпуске программы «Выход в люди» на телеканале «Россия-1». Как считает Азиза, это замужество было уготовано ей судьбой. Не прошло и года с тех пор, как в Крыму она поздравляла с венчанием Илью Резника и его супругу. На торжестве певица впервые в жизни поймала букет невесты. Свадьбу артистка планирует сыграть на широкую ногу. Обязательно будет и роскошное платье, которое она уже выбирает, и приглашенные звезды шоу-бизнеса. А детей, как призналась Азиза, ее будущий муж завести не против, и уже пообещал справиться с любыми проблемами.